Химках с 19 по 27 сентября проходит фестиваль «Спортивный триумф», посвященный столетию спортивных побед нашей страны. На стадионе «Труд» сегодня прошел первый этап соревнований – сдача нормативов ГТО. Участники – 17 команд – это спортивные коллективы из школ городского округа. 5 лучших команд, которые пройдут сейчас в первом этапе, попадут в финальный этап, где сразятся своими интеллектуальными способностями в знании спортивных, лучших спортивных результатов нашей страны. Финалистов после подсчета всех результатов определят в понедельник, 23 сентября. И уже 27 числа команды сразятся в игре «Что, где, когда», которая пройдет в музейно-выставочном комплексе «Артишок». В состав жюри войдут знаменитые химкинские спортсмены, представители Музея спорта России и Оргкомитета Олимпиады Сочи 2014. Владислав Грачев, Вильфрид Дембковский, новости Химки ТВ.